Добрый день, дорогие друзья! Сегодня здесь и сейчас с вами вновь смоленский блогер Евгений Гордеев. Здравствуйте! Я хочу напомнить вам, что вчера я вернулся из Москвы, где проходил операцию, довольно-таки сложную, как оказалось, и особенно страшный период нахождения в реанимации. Это нечто между жизнью и смертью. И вот я снова с вами, друзья мои. И хочу совершить с вами небольшой экскурс в эту бесподобную, можно сказать, и комфортом своим бесподобную, и бесподобную своими молодыми, талантливыми хирургами, клинику, центральную клинику РЖД Российских железных дорог, которая называется медицина, РЖД медицина. Вот это, друзья, вы видите, центральный въезд на территорию клиники. Это хирургическое отделение, где я лежу. Мы движемся по коридору второго этажа к моей палате номер 207. А это фотографии моей палаты, где есть и туалет, и душевая, и телевизор, и холодильник, и прочие все бытовые необходимости. Пойдем сейчас на улицу прогуляемся. Вот сюда, в приемное отделение этой клиники, я поступил 20 августа. А 21 мне уже сделали операцию, сделали успешно, как говорят. Слава тебе, Господи, и слава золотым рукам моего хирурга Чепурнова Александра Геннадьевича. Спасибо ему большое. Вот это центр РЖД медицина, хирургический центр. Я в этом хирургическом центре и лежу. Это памятник одному из бывших руководителей железной дороги, брянской, потом московской. Видимо, он и основал здесь этот центр в свое время. Вот я вышел сегодня первый раз в субботу на улицу, 24 число сегодня августа 24 года. Погода хорошая в Москве. Вот здесь клятва Гиппократа на латыни и на русском языке. И здесь свеча зажигается, видимо. Едем назад, картинку ведем. Здесь, кстати, клиника находится в довольно-таки большом парке. Вот покажу сейчас выезд. Въезд-выезд на территорию из территории клиники. Вот там вдалеке ворота имеются. Охрана стоит. Ну что ж, друзья, мы вместе с вами
а вы вместе со мной совершили небольшой экскурс в московскую клинику РЖД «Медицина», где из меня продолжили делать терминатора. Помните Арнольда Шварценеггера в этой роли? То есть они делали из меня терминатора, начиняя мой организм все новыми и новыми инородными телами. Ну а что делать? Возраст уже, пора начиняться. А что делать? Ведь это осознанная необходимость, как говорится. Ну а впереди нас с вами ждут новые незабываемые встречи. Прошу также не забывать о нашем приюте Катавасия 67, оказывать всяческую необходимую, жизненно важную помощь нам. И я благодарю всех, кто помог мне материально в этой моей поездке в Москву, в моей успешной операции и возвращении в строй. Есть доля и вашего, друзья, участия. Но для тех, кто не успел по какой-то причине этого сделать, есть еще такая возможность, ведь мне предстоит реабилитация и восстановительная программа уже в родном моем Смоленске. Все атрибуты для такой помощи имеются под каждым моим роликом, а именно там есть номер моего телефона, к которому привязана карта Сбера. Ну, а дальше вам все известно. И ваша доброта и милосердие в 100 крат увеличится для вас, вернуться золотым бумерангом. До новых встреч, мои хорошие, на моем канале. Здоровья всем, счастья, всех благ и мира нам на нашей бренной земле. С вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска.